Снова могут свободно получить госуслуги в столичных МФЦ. С сегодняшнего дня все они открыты. Предварительная запись не требуется, а вот маска до сих пор остается обязательным атрибутом как для сотрудников, так и для посетителей. Без маски и перчаток не пустят. За этим следят строго. Если нет с собой, выдадут на месте. Обязательно на входе измерить температуру. 35,3. Проходите, пожалуйста. Сотрудникам, кстати, ее измеряют каждые 4 часа. А перед возобновлением работы центров все прошли тесты на коронавирус. Поток посетителей контролируют. Очереди ожидают на улице. Погода позволяет. И снаружи, и внутри разметка соблюдения дистанции. На этом все ограничения. 130 офисов. Мои документы работают в обычном режиме. Более 270 услуг доступны для горожан. Сейчас вот пришел свободно, зашел, все нормально. Пришла получить документ на право собственности. Пришел подать документы на кадастровый учет. Что важно, для нескольких услуг все же нужна предварительная запись. Впрочем, так было и до ограничений. Офисы «Мои документы» возобновили работу. Предварительная запись сохраняется только для ряда услуг Министерства внутренних дел, Росреестра и госавтоинспекции. Среди самых популярных услуг – неизменные лидеры – оформление социальной карты, российского паспорта и регистрация граждан. Анна Щербакова, Валерий Куп.